Доброго времени суток, я Арина, и с вами Тех на кухне. Сегодня мы протестируем долгожданную термопасту MX4. Золотые клубные треки всех направлений от лучших диджеев страны. Встречайте, диджей Гвоздь, пиратская станция. Как ее предшественница, паста имеет вес 4 грамма и поставляется в тюбике. На упаковке добавлен знак отличия от СМИ. Термопаста MX4 по сравнению с MX3 гораздо более густая, и от этого очень плохо размазывается по поверхности. Никотин, сигарет бьет по легким и мотор алкоголь. Воспользуемся нашим стендом, с которым мы уже тестировали различные термопасты. Заодно протестируем термопасту от Нокто и Гелик. Распутин, алкоголь бьет по нервной системе. Папирос, ганджубас, ганджубас бьет по головной мозг. Иммунитет, дефицит, дефицит бьет по половой системе. Рекорд Old School. Yes, 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 massive. Рекорд Old School продолжает будоражить ваше сознание и тело. Пиратская станция здесь, Гвоздь в студии. И сегодня 13-й выпуск Рекорд Old School вместе с Drum & Bass музыкой. 13-й счастливый выпуск. Целиком и полностью этот час будет посвящен русской Drum & Bass музыке, которая сводила нас с ума годы назад, или, по крайней мере, начинала сводить нас с ума годы назад. Итак, все термопасты показали результат 83 градуса. Или в тех местах, где мы слушаем нашу музычку. Удалось удержать рекорд 82 градуса. Как ни крути, хитец своего времени. Написали мы. Итак, мы получаем термопасте MX4 не золотую, а серебряную награду, так как ее стало немного сложнее размазывать. Спасибо, что вы были с нами, и до новых встреч!